На сегодняшний день администрация города выкуплены права на проект ФОКа. Учитывая то, что проект ФОКа делался в 2010 году, и скалодром там не был предусмотрен, сейчас в результате корректировки проекта необходимы будут очень серьезные изменения в этом проекте. Более того, за 7 прошедших лет поменялись многие требования к проектированию. Нам придется далее проходить экспертизу. То есть это не такая простая задача, как кому-то кажется. Поэтому на сегодняшний день права на проект 2010 года принадлежат муниципалитету. Мы заключили сейчас небольшой контракт на визуализацию этого проекта, 3D-проектирование. На основании этого будет составлено техническое задание и объявлены торги на корректировку проекта ФОКа вместе со скалодромом. Деньги в бюджете на проектирование есть, поэтому по моим оценкам через 1,5-2 месяца мы торги объявим. Далее проектирование, ну и все то, о чем я говорил.